Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 770. Нам дан параллелограмм А, Б, С, Д. Параллелограмм. И нам нужно выразить вектор АС через векторы А и вектор Б. И в пункте А нам сказано, что вектор А равен вектору АВ, а вектор Б равен вектору БС. Соединим точки А и С, и это будет вектор АС, его начало точка А, конец точка С. Вот вектор АС. Если мы воспользуемся правилом треугольника, то сумма векторов АВ плюс вектор BC будет равна вектору AC. Тогда вектор AC будет равен AB. Это вектор A, BC это вектор B. Значит, A плюс B. Вектор A плюс B. Пункт B. В пункте B вектор A это вектор CB. А вектор B это вектор CD. Мы имеем вектор CB и CD, векторы направлены из одного начала, то есть имеют общее начало. Тогда, если мы сложим вектор CB и вектор CD, то по правилу параллелограмма сумма векторов будет диагональ параллелограмма, построенного на сторонах, на векторах, как на сторонах. То есть диагональ CA будет суммой векторов CB и CD. А нам нужно найти вектор AC, поскольку вектор AC – это вектор противоположный для вектора CA, то можно записать, что AC равно минус вектору CA. Тогда AC будет равно минус, и в скобках вектор CB – плюс вектор CD. То есть это будет равно минус. Вектор CB это А. И плюс вектор CD это B. Или еще можно записать, что вектор AC будет равен минус вектор А минус вектор B. Пункт В. В пункте В вектор А равен АВ, а вектор Б равен вектору ДА. Вектор АС по правилу параллелограмма будет равен сумме векторов АВ плюс вектор АД. Тогда это будет равно вектор АВ, это у нас вектор А, а вектор АД. Вектор АД – это вектор, противоположный для вектора ДА. То есть мы можем записать здесь минус вектор ДА. Тогда это будет равно. Вектор АБ – это А. И минус вектор ДА – это Б. А минус Б. И нам осталось только записать ответ в пункте А. Вектор АС равен сумме вектора А плюс вектор Б. В пункте Б вектор АС равен минус вектор А минус вектор Б. И в пункте В он равен вектор А минус вектор Б. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.